однажды на Пасху мне подарили икону Спасителя. Христа Спасителя подарила тетя икону. На тот момент я только покрестилась, но не была воцерковлена. В один день у моего отца случился инфаркт. Мы вызвали скорую, скорая посмотрела, послушала, сказали, что ситуация очень тяжелая, надо обследовать. Забрали в больницу, мама уехала с ними, осталась дома. Ситуация была тяжелая, врачи сказали, что обширный инфаркт, надо время, чтобы посмотреть, вот, пронаблюдать за ним, будет ли он жить вообще. Поскольку я очень волновалась, решила помолиться, чего раньше редко делала, вот перед иконой. Я в слезах попросила Господа, чтобы он просто помог моему отцу, чтобы тот выжил, не умер. И во время молитвы, когда я молилась, я увидела, что по иконе, вокруг иконы прошла искра света, просто вот очень яркая, которая на какой-то момент, я просто забыла, что я молилась, увидев вот это. На второй день я подошла к иконе, на иконе была рамка металлическая. И она просто вот, я увидела, что она просто разделилась по частям, эта рамочка. Вот. И буквально вот с третьего дня нам врачи сказали, что состояние папы, она начала стабилизироваться. Пошел на улучшение. После уже папа выздоровел. Ну, 5 лет он еще прожил. Группу сняли вообще. Он прожил совершенно здоровым. Вот после молитвы вот Господь такое чудо сотворил в моей жизни.